В этой части мы продолжаем работу. Я напомню, что мы выполнили две свободных арочки после последнего присоединения и выполняем поворот сейчас на противоположной стороне нашей тесьмы. В повороте будут участвовать вот эти три арочки. Для выполнения поворота делаем 3 воздушные петли, затем вводим крючок в соседнюю арочку, захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, затем точно так же вытягиваем петлю со второй арочки и с третьей. У нас сейчас на крючке 4 петли, мы захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли. Поворот мы выполнили. Далее 3 воздушные петли, работу переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. Затем 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова работу переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. Выполнили. Теперь 3 воздушные петли, и на той же стороне, где и поворот, у нас остается одно свободное ушко, в него выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее 3 воздушные петли, работу переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. Далее 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика с одним накидом. Выполнили. Теперь 3 воздушные петли, и мы должны будем с вами провязать столбик без накида под ту же арочку, куда ранее выполняли уже один столбик. Выполнили. Далее снова 3 воздушные петли, работу переворачиваем и провязываем 4 столбика нашей тесьмы. Далее 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова работу переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли. Сейчас очень внимательно. Вот нижняя часть нашего полотна. Тут все наши арочки участвовали в присоединении. И вот арочка, в которую мы сейчас должны будем с вами присоединиться. В нее выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее 3 воздушные петли. Работу переворачиваем, провязываем 4 столбика с одним накидом. Затем выполняем 3 воздушные петли. И с этой стороны полотна мы сейчас выполним поворот, в котором участвуют 2 эти арочки. Для этого вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и точно так же со второй арочки вытягиваем петлю. Затем захватываем рабочую нить и провязываем все 3 петли вместе. Далее 3 воздушные петли,
Снова мы работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика с одним накидом. И мы посмотрим, что у нас получилось. Вот таким образом сейчас выглядит наш элемент. Я хочу провести вас от начала работы до того места, где мы сейчас остановились. Вот здесь мы начинали работу. Выполнив все повороты, сейчас мы остановились здесь. Далее нам необходимо будет выполнить присоединение к этим двум свободным арочкам, и затем та сторона, к которой мы присоединялись, будет наружная, и в противоположную мы будем выполнять следующий поворот. Мы продолжаем, и сейчас я провязываю 3 воздушные петли и выполняю присоединение в первую арочку, которую мы только что рассматривали, провязывая в нее столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. Снова работу мы переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. Далее 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика с одним накидом. Затем 3 воздушные петли и присоединение в еще одну следующую нашу пустую арочку. Выполняем столбик без накида. Выполнили. Далее 3 воздушные петли. Работу снова переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. Затем снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова работу переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. После последнего присоединения сейчас нам необходимо будет провязать по этой стороне тесьмы еще 4 свободных арочки и выполнить следующий поворот. Как я говорила ранее, после последнего присоединения нам необходимо было провязать 4 свободных арочки по той же стороне, а на противоположной эти 4 арочки будут участвовать в повороте. Для выполнения поворота набираю 3 воздушные петли, и поворот выполняется как и раньше. Вводим крючок под арочку, вытягиваем рабочую ниточку, затем в следующую арочку вытягиваем еще одну петлю, в третью арочку и точно так же в четвертую. На крючке у нас 5 петель. Мы захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все 5 петель. Поворот мы выполнили. Далее выполняем 3 воздушные петли. Работу переворачиваем. Провязываем 4 столбика с одним накидом. Затем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова работу переворачиваем, провязываем 4 столбика нашей тесьмы. И сейчас мы с вами посмотрим, что получилось и что необходимо выполнить далее. Вот так выглядит наш мотив.
После последнего поворота сейчас нам необходимо будет с вами присоединиться сразу под две арочки. Под эту и эту. Выполнить под них столбики без накида. Далее, продолжая работу, мы должны будем присоединиться в следующую арочку. Эта арочка у нас останется свободной. Провязываем 3 воздушные петли и будем присоединяться сразу к двум арочкам. Сначала мы вводим крючок в эту арочку и вытягиваем рабочую ниточку. Затем, пропуская арочки поворота, вводим крючок в следующую арочку от поворота. Также захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю. Затем провязываем все 3 вместе. Таким образом мы присоединили 2 наши арочки. Далее 3 воздушные петли. Работу мы переворачиваем и провязываем 4 столбика нашей тесьмы. Затем 7 воздушных петель. Снова работу переворачиваем и снова провязываем 4 столбика с одним накидом. Затем выполняем 3 воздушные петли и еще одно присоединение. Я уже ранее показывала, что эта арочка у нас останется свободной, а вот та, в которую нам необходимо выполнить присоединение. Вводим крючок и выполняем столбик без накида. Присоединились. Далее 3 воздушные петли. Работу переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. Затем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова работу переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. И снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова мы работу переворачиваем и провязываем столбики тесьмы. После того, как мы выполнили последнее присоединение, по этой же стороне мы провязали еще одну свободную арочку. И теперь на противоположной стороне будем выполнять поворот, в котором участвуют наши 3 арочки. Выполняем 3 воздушные петли. Вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю. Затем снова вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем еще одну петлю и точно так же из третьей арочки. Сейчас у нас на крючке 4 петли. Мы захватываем рабочую нить и протягиваем через все петли. Поворот мы выполнили. Далее 3 воздушные петли. Работу мы переворачиваем и провязываем 4 столбика с одним накидом. И давайте еще раз посмотрим, что получилось. Мы практически с вами заканчиваем работу. После выполнения последнего поворота у нас свободных осталось 4 арочки. И теперь, выполняя нашу тесьму, мы должны будем дважды присоединиться в эту арочку, затем дважды в эту и дважды в эту. Мы выполнили присоединение в 3 местах. При этом в каждую из
наших трех арочек мы выполнили по 2 столбика без накида, закрепив по 2 арочки этой тесьмы. Осталось выполнить присоединение в одном месте и закончить нашу работу. Мы выполняем 3 воздушные петли, и в последнюю нашу свободную арочку мы должны провязать столбик без накида. Выполнили. Далее 3 воздушные петли. Мы работу переворачиваем и провязываем 4 столбика нашей тесьмы. Затем выполняем 3 воздушные петли и провязываем столбик без накида под соседнюю арочку. И сейчас нам необходимо в нашем листике сделать хвостик. Хвостик — это будет цепочка из воздушных петель произвольной длины. Наберем 25 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. После того, как мы выполнили воздушные петли нашего хвостика, нам необходимо будет с вами присоединиться к началу работы. Вот начальные наши две арочки в начале нашей работы, соединенные между собой. В эти арочки столбик без накида мы должны будем выполнить еще один столбик без накида и затем выполнить соединительную петлю в столбик без накида, которым мы только что присоединялись к соседней арочке. Таким образом, далее нам необходимо выполнить 3 воздушные петли. И осталось нам провязать 4 столбика с одним накидом нашей тесьмы. Работу мы закончили, ниточку обрезали. И теперь нам необходимо будет выполнить шов по 4 столбикам, начало и конец работы. И мы посмотрим, что у нас получилось. Мы закончили работу и соединили между собой начало и конец работы швом. Получился вот такой красивый ажурный листочек. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в брюкском кружеве при выполнении прямых и обратных рядов лицевая и изнаночная сторона смотрятся одинаково красиво. Перед вами лицевая часть нашего листика. Вот его изнаночная сторона. Сегодня мы с вами научились вязать красивый ажурный листочек, выполненный в технике брюкского кружева.